Здравствуйте, в эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала «Первый Карагандинский» и я, Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. 125-летие Алимхана Ермекова отмечается в нынешнем году. К этому событию активная карагандинская молодежь провела реконструкцию места захоронения известного профессора-математика. Какова цена юридической неграмотности? Почему житель села Харауэй Нуринского района стал вдруг недееспособным? И как ему удалось доказать обратное? Популяризация национальных казахских видов спорта – такова главная цель областного турнира «Алтын-Саха», который уже в четвертый раз проводится в центре бокса имени Серика Сапиева. Активная молодежь Карагандинской области осуществила реставрацию места захоронения профессора математики, общественного и политического деятеля Алимхана Ермекова. 5 октября прошла презентация мемориала с участием аксакалов, духовенства и представителей карагандинской молодежи. Эти строчки посвящены основателям первой политической партии Казахстана – Алашорда. Они прозвучали над могилой одного из создателей партии, видного общественного и государственного деятеля, первого казахского профессора-математика Алимхана Ермекова. К 125-летию со дня его рождения областное управление по вопросам молодежной политики вышло с инициативой провести реставрацию места захоронения Ермекова. Эта идея получила всеобщую поддержку. Цель данной акции – именно через таких людей, великих ученых, мы воспитываем молодежь в духе казахстанского патриотизма. В этом году мы отмечаем 125-летие Алимхана Ермекова. Знаете, главная улица, один из главных улиц Караганды – именно носит имени от Алимхана Ермекова. Подрастающее поколение сейчас не знает, что именно этот человек был первым ученым математики. И в этом году мы планируем провести на республиканском уровне олимпиаду, республиканскую олимпиаду молодых математиков имени Алимхана Ермекова. Но не только своими научными работами известен профессор Ермеков. Именно ему в 1920 году удалось добиться возвращения Казахстану очень важных территорий, которые ранее принадлежали России. Это Коростылевская степь, Семипалатинская, Акмолинская области и северные побережья Каспийского моря. Произошло это в Москве, куда Алимхан Ермеков был командирован, будучи членом Центра исполкома Казахской ССР. Все присутствующие отметили, что казахстанцы по праву могут гордиться именем своего выдающегося земляка, который много сделал в становлении Республики Казахстан. Андрей Тенжек, Слык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Ремонт автомобильных дорог в Карагандинской области должен быть завершен до 15 августа. Первый заместитель акима области Асылбек Дюсюбаев посетил объекты ремонта карагандинских городских дорог. Руководители подрядных организаций заверили, что успеют все сделать в срок. Первым участком посещения первого заместителя акима области Асылбека Дюсюбаева стало место производства работ по среднему ремонту автомобильной дороги 15-я магистраль от улицы Попова до АЗС «Гелиос», где работы производит подрядная организация «Ритм». Директор фирмы Владимир Топильский доложил, что основные работы по замене верхнего слоя износа и нанесению дорожной разметки завершены. Остались дополнительные работы по обустройству правостороннего съезда с улицы Попова на 15-ю магистраль. И здесь вот на улице Попова протяженностью 100 метров мы выкопали корыто 50 сантиметров, насыпали фрикционного щебня 25 сантиметров, 15 сантиметров черного щебня, 6 сантиметров крупнозернистого и 5 сантиметров мелкозернистого. Сейчас заканчиваем буквально через час. И останется нам здесь на протяжении 100 метров отсыпать обочину, и сегодня мы здесь завершаем. Вторым участком посещения стало место производства работ по среднему ремонту улицы Менделеева от восточной объездной автодороги до улицы Дружбы. Здесь подрядная организация, компания «Сарыарка Жолдары», производит работы по устройству двух слоев асфальтобетонного покрытия. Общая площадь ремонта составляет более 10 тысяч квадратных метров. Все работы планируют завершить до 15 октября. Далее Асылбек Дюсюбаев посетил участок дороги на улице Роза Люксембург. Здесь работы производит подрядная организация «Караганды Жолдары». И в завершение Асылбек Дюсюбаев ознакомился с ходом производства работ по ремонту автомобильной дороги по проспекту Нуркена Абдирова.
По итогам объезда первый заместитель акима Карагандинской области дал ряд поручений руководству города и подрядных организаций. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, первый Карагандинский. Признанный психиатрами слабоумный, житель села Караой Нуринского района Дос Тулигенов доказал свою дееспособность. Телемастер, прикованный к инвалидной коляске, повторно обратился в суд 1 сентября и выиграл процесс. Суд постановил признать Тулигенова дееспособным. Теперь глава семейства и его дети намерены участвовать в съемке телевизионной передачи «Семья года». 42-летний Дос Тулигенов празднует победу. Теперь он вменяемый человек не только фактически, но и по бумагам. А ведь этот факт ему пришлось доказывать целый год. Напомним, ранее суд признал телемастера недееспособным из-за заключения карагандинских экспертов, которые написали, что он слабоумный. Повторное заявление о признании его дееспособным написал отец мужчины Нисыпай. Отец и сын прошли стационарно комплексную судебно-психиатрическую экспертизу уже в Астане. Тулигенов Дос Нисипаевич может правильно понимать значение своих действий и руководить ими. И на основании данного заключения решением суда от 29 сентября 2016 года заявление Тулигенова Нисипая о признании его сына Тулигенова Доса Нисипаевича дееспособным удовлетворено в полном объеме, и Тулигенов Дос Нисипаевич признан дееспособным. Также в суде пояснили, что за судебное решение о недееспособности Тулигенова, вынесенное в 2013 году, никто наказан не будет. В том, что произошло, есть вина родственников Доса. Его отец по доверчивости сам подписал документы о недееспособности сына. Как известно, незнание законов не освобождает от ответственности. Сегодня семья празднует торжество справедливости. Я очень рад, что справедливость все-таки восторжествовала. После сюжета, который вышел на вашем канале, ко мне пришел аким Нуринского района. Он очень помог мне, помог возобновить дело. Сейчас я благодарен вашему телеканалу и акиму. Спасибо. Поддержать своего лучшего ученика приехал учитель физики и математики Сембе Шоринов, которого все в селе называют Сакен Шоринов. По словам педагога, он был возмущен, когда узнал о несчастьях Доса. Сейчас он, например, ремонтирует сложнейшее электронное оборудование, которое даже специалисты очень редко хорошо разбираются. И поэтому такому человеку вынести такое решение слабоумности – это просто неприятно. И я был возмущен. Я позвонил в редакцию, вот, которую вы занимались. Вам огромное спасибо, которые не оставили человека в беде и помогли добиться таких результатов. Недавно Досу предложили участвовать в телевизионном шоу «Семья года». Сейчас он и его домочадцы готовятся к съемкам. Также телемастер готов помочь советам, таким же, как он, людям с ограниченными возможностями, которые стали жертвами обстоятельств. Айя Мамрина, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, первый Карагандинский. К другим новостям. Полицейские Караганды по горячим следам задержали угонщика престижной иномарки. Действие происходило на оживленной улице, поэтому видео с места происшествия сразу облетели соцсети. 3 октября в полицию поступил звонок от мужчины, который заявил об угоне своего авто марки «Мерседес-Бенц». Ориентировка была передана всем патрульным машинам. Оператор Центра оперативного управления в течение 10 минут определила местонахождение угнанного авто и передала экипажам информацию. Была полицейская погоня. За это время угонщик успел протаранить 2 авто. Преступника удалось задержать на проспекте Шахтеров. Угонщиком оказался 37-летний карагандинец. Поврежденную автомашину вернули хозяину. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полка дорожно-патрульной полиции УВД города Караганды по горячим следам задержан 30-летний житель города, который угнал автомашины. На сегодняшний день в отношении него возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Выброшенного в мусорный контейнер малыша из Жесказгана отдали родителям. Теперь 5-месячный Ельжас будет жить с мамой и папой. 18-летняя студентка и биологический отец поженились и забрали сына к себе, сообщили в отделе опеки города Жесказган.
Резонансная история с подкидышем закончилась. Напомним, новорожденного младенца с замотанным ртом нашли 17 мая в мусорном баке в поселке Кингир, недалеко от Джисказгана. Позже полицейские нашли мать новорожденного. Ее осудили на 1 год ограничения свободы. Мальчик несколько месяцев провел в больнице. Врачи назвали его Ельжас. Из материалов уголовного дела следует, что биологический отец не знал о беременности. Брак свой зарегистрировали, он сделал отцовство, установил отцовство, то есть, и потом сами себе, в семью к себе забрали. Бабушка, дедушка, мама, папа, они все вместе проживают с ребенком. Ну, конечно, мы будем контролировать. Ну, семья, в принципе, благополучная, очень хорошая. Вот этот папа ребенка очень даже хорошенький мальчик тоже. 30 педофилов живут на территории Карагандинской области. И это лишь официальные данные, которые зарегистрированы в электронной базе преступников. Здесь имеются все данные о педофилах, вплоть до их адресов и фотографий. За сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних за 25 лет осуждены 198 человек. Многие из них и по сей день находятся в местах лишения свободы. Данные о педофилах можно найти в электронной карте уголовных правонарушений. Карта создана для обеспечения прозрачности и контроля за работой органов внутренних дел со стороны общественности. Воспользоваться ею можно, пройдя по ссылке service.pravstat.kz, затем выбрать окно «Геоинформационные системы» и нужный раздел. На сегодня в электронной картотеке есть сведения о 30 педофилах. Мы проверяем их места проживания, потому что кто-то еще, половина из них еще отбывает наказание. Половина из них уже освободилась и где-то проживает. Мы должны сейчас это проверить. Это через миграционную службу, через органы внутренних дел целым мы проверяем места проживания, а потом уже информацию отправляем в наш комитет, они перепроверяют и после этого подгружаются. Также через электронную карту можно узнать криминогенную обстановку в любом районе области. По данным управления, в регионе наблюдается тенденция снижения таких преступлений, как разбой и мошенничество. Вместе с тем отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений. За 9 месяцев текущего года совершено 66 преднамеренных убийств. Больше всего они зарегистрированы в городе Караганде, Темиртау, Абайском районе. На слайдах вы видите. Из всех совершенных преступлений 58 уголовных дел были раскрыты, и 59 лиц, совершивших умышленное убийство, предстали перед судом. Число несовершеннолетних преступников снизилось. На данный момент в базе числится 116. Зачастую подростки совершают преступления под воздействием алкоголя. Белыми и пушистыми нельзя назвать и чиновников. Согласно данным Генеральной прокуратуры, 296 госслужащих задолжали государству более 2 миллионов тенге административных штрафов. Заставить их выплатить деньги было непросто. Не обошлось без вмешательства акима области. А Ямамрина Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, первый карагандинский. Сотрудники ДВД Карагандинской области поздравили своих ветеранов с Днем пожилых людей. Чествование ветеранов – добрая традиция полицейского ведомства. Тех, кто по состоянию здоровья не может прийти на праздник, полицейские навещают дома. Приветствуем вас. Вот, снимай. Вот. Да, это ваши супруги. От лица руководства ДВД Карагандинской области ветеранов посетили и поздравили заместитель начальника ДВД области полковник полиции Ардак Интыкбаев и председатель Совета ветеранов ОВД Джуман Нурпиисов. Первым в списке был Александр Зайцев, полковник милиции в отставке. С органами правопорядка Александр Николаевич связал свою жизнь в 1967 году, когда был принят заместителем начальника управления охраны общественного порядка области по кадрам. В апреле 1986 года вышел на пенсию. Но на заслуженном отдыхе более 20 лет Александр Зайцев провел активную деятельность в деле становления и дальнейшего развития ветеранского движения. Руководство ДВД Карагандинской области, вот, продуктовый пакет. С днем пожилых людей вам, да. Здоровья, счастья, долгих лет жизни, чтоб всегда мы вас посещали, потом, ну, дай Бог. Только по праздникам. Традиции передаются поколение в поколение, и вы долгое время проработали, я думаю, что вся ваша заслуга, весь ваш опыт мы, в принципе, потихонечку перенимаем и будем стремиться к тому, чтобы наших пенсионеров, наших ветеранов не забывали.
В Международный день пожилых людей сотрудники местной полицейской службы ДВД Карагандинской области решили также присоединиться к поздравлениям. Заместитель начальника МПС Олжас Арынов вместе с председателем Совета ветеранов МПС ДВД Дауром Кабаевым посетили несколько адресов, где проживают ветераны, которым необходимо внимание и забота. Спасибо, что не забыли. Да, мы знаем, что самое вы с 87 года работали техничкой. Ну, я 25 лет, 25 где-то там, лет. Без месяца. Да? Да. Отработали, поэтому... Только пенсия слишком уж маленькая. Ну, минимальная. Минимальная, да, скорее всего. Но поэтому мы решили продуктами вам помочь. Спасибо вам большое. И мешок картошки сюда. Они уже у меня были. Я вас очень люблю, всех и тебя. Спасибо. Вы мне давайте, самое главное, здоровье вам. Не болейте. Я это молодая, мне только на тот год 80. Ну, это хорошо. Это хорошо в вашем возрасте. Полицейские дарили цветы, продуктовые наборы и некоторую одежду. Стоит отметить, что сотрудники правоохранительных органов нашего региона с большой заботой относятся не только к пенсионерам органов внутренних дел, но и тем, кто в годы войны ковал победу в тылу. К примеру, 95-летняя труженица тыла Клавдия Клопова проживает в жутких условиях. О бедственном положении пенсионерки сотрудники МПС узнали из социальных сетей, прочитав множество статей. Навестив пенсионерку, гостей шокировала среда обитания бабули. Вот здесь вот сахар, молоко, колбаса, сыр. Квартира Клавдии Клоповой больше напоминает обиталище бомжей. Обшарпанные стены, покрытые жуткими пятнами. Роль мебели выполняет какая-то рухлядь. По всей квартире разбросан мусор и грязные вещи. На столике киснут старые объедки и разбросана грязная посуда. В помещении полным-полно различных насекомых и стоит невыносимый запах. Все дело в том, что жители этой квартиры недееспособны. Пенсионерка давно лишилась зрения, живет она вместе со своей дочерью-инвалидом. Соответственно, о самостоятельном уходе никакой речи идти не может. Клопова Клавдия, да, значит, которая живет в ужасных условиях. Мы привезли сегодня ей продукты питания первоначальные вместе с ассоциацией деловых женщин, советом деловых женщин. Значит, привезли постельное белье, одежду теплую, значит, уже, конечно же, день пожилых людей, это, конечно же, надо отметить именно то, что в этот день уделяется всем пожилым внимание, нашим старикам, нашим пенсионерам. Ну и, конечно же, материально помочь теми же продуктами, теми же вещами, первой необходимой продуктами питания. Основная проблема данной семьи – введение антисанитарного образа жизни, злоупотребление алкоголем дочери Натальи. Благодаря оперативности стражей порядка данную проблему удалось решить. На сегодняшний день планируется через городские органы внутренних дел поставить данную семью на особый контроль. Работа будет продолжаться и находиться на контроле органов социальной защиты. Асель Сазамбаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И еще об одном. Четвертый областной турнир по национальным видам спорта «Алтын-Саха» стартовал в центре бокса имени Серика Сапиева. В нем принимают участие команды городов и районов Карагандинской области. В нынешнем году турнир проводится в четвертый раз, и с каждым годом интерес к нему растет. 27 команд из всех районов и городов Карагандинской области принимают участие в соревнованиях. Впервые среди участников – студенты высших и средних специальных учебных заведений. Мы с юридического колледжа приехали сюда на перетягивание каната. То есть 6 человек в составе участников. Тут есть участники как с мед университета, также за нарки приехали, с аулов разных. Приехали на соревнования, чтобы показать свои... Ну, не то, чтобы восполнить традиции Казахстана, вспомнить их, как игра на асах, народная игра. Мальчики его тренировались перед вами только что. Соревнования проводятся по двум видам спорта. Первый и самый главный – асы-кату. Игра в кости коленного сустава овцы – это не просто игра, а спорт, который развивает меткость и лидерские качества, положительно влияет на логическое мышление. Второй вид спорта – перетягивание каната. Главная цель турнира – это пропаганда национальных видов спорта, активизация его в регионах, поэтому то, что меняется география, присоединяются к нам маленькие сельские округи, аулы присоединяются к команде из аулов, это огромное такое достижение, мы считаем. На сегодняшний день у нас 18 команд, которые есть среди них маленькие аулы, есть большие поселковые округа, есть высшие учебные заведения, средние специальные, то есть разные команды.
Организаторы турнира – областное управление молодежной политики и областной филиал «Жас-Отан» – молодежное крыло партии «Нур-Отан». По итогам соревнований победители будут награждены ценными призами, медалями и грамотами. Андрей Тенул, Жас Габбасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, Аман Сол Волонтер.